спекуляции вокруг биткоина наносят ему вред. Как заявил глава хедж-фонда Bridgewater Associated Рэй Далио в эфире канала CNBC, криптовалюта в теории вполне могла бы стать полноценным платежным средством. Он добавил, что биткоин – это классический пример пузыря. Валюта должна быть средством обмена и при этом являться средством хранения богатства. Если посмотреть на ситуацию с биткоином сегодня, мы видим, что осуществлять платежи с его помощью не так просто. В плане накопления богатства биткоин также является не очень эффективным инструментом, потому что он подвержен волатильности.